Поскольку вы очень много людей увели от духовно-энергетического развития, такая тыка их, ага, в мочу и кал. Ну, это надо посмотреть, будем говорить, мои последние видео, о чем там я говорю. Как-то человек, я... Вот есть такое понятие, знаете, вот какое-то, какая-то жесткость в любом виде деятельности. Грубо говоря, если коммунизм, то он вот, вот такой только должен быть. Если капитализм, то он вот такой должен быть. Если мужчина, он должен быть вот таким мужчиной. Если женщина, он должен быть вот такая там женщина, понимаете? То есть нету этих, как вот говорят, оттенков серого, а их очень много. То есть я тут рассказываю о своем голодании, как я это делал. Если вы решитесь голодать длительный срок, пожалуйста, это видео можно использовать, ну, посмотреть, что там, как там происходит. То есть для пополнения общей, общего развития, общей информации. Может, где-то вы что-то и полезное для себя подчеркнете. Я ж не настаивал на это. Все. Надо все-таки быть самостоятельным и разбираться, что... То, что вы хотите, для чего вы это затеваете, сделаете и прочее, прочее, прочее. А потом уже это делать и, будем говорить, получать тот результат, который вы хотите. А это вот просто-напросто Терентий Смирнов 5 дней назад, он что-то его вот заело и все еще. Вот Виталий К. 5 дней назад. Видео старое, он еще жив. Так. Опять, как посвящается голоданию. Я без самовнушения во время 21-дневного голодания была очень энергична и сильна, но занималась в это время накопительством различных продуктов, чернослива, инжира и так далее. Несла с базара по 20 кг. Конспектировала рецепты сладких блюд, хотя сладко обычно не предпочитала. Очень сложен был выход. Людмила Андрианова.